Международный день защиты детей пройдет в Магнитогорске в онлайн-формате. Одними из первых юных магнитогорцев поздравят артисты театра оперы и балета. Они исполнят песни из популярных сказок и мультфильмов, причем сделают это в образе известных персонажей. Те, кто уже успел посмотреть эти ролики, считают, видео получилось очень занимательным, и оно сможет поднять настроение и детям, и взрослым. В Магнитогорске Международный день защиты детей давно и прочно ассоциируется с оперным театром. 10 лет назад именно его руководство стало одним из организаторов самого популярного в городе фестиваля «Солнечный круг», благодаря которому не только в регионе, но и в стране появилась первая концертная площадка, где одаренные юные музыканты получили редкую возможность выступать вместе с симфоническим оркестром. В этом году пандемия коронавируса сделала невозможным проведение этого фестиваля. Однако в театре решили, что праздник должен состояться. Готовясь к 1 июня, артисты постарались сделать все возможное, чтобы поднять настроение засидевшимся в самоизоляции детям. Они отобрали 10 известных детских песен и немного пошалили, придумывая трактовку образов и звучания. Чтобы сюрприз не был испорчен, анонсируя этот проект, солисты не спели, а напели из него небольшой фрагмент. Рассказывая о том, как проходила подготовка проекта, солист театра Никита Федотов признался, что ему поневоле пришлось превратиться в видеоблогера. Ведь театры всей страны также находятся на самоизоляции, поэтому пришлось немало поломать голову над тем, как записать этот номер в домашних условиях. И получается такая ситуация, что на один телефон меня должны снимать, а на другой телефон я должен смотреть на дирижера, чтобы вовремя вступить. И мы сделали такой механизм, это тоже друзья помогли. Получается, один телефон снимает, это вот так, здесь телефона камера, другой телефон находится вот так. Это связано все резинкой, а посередине толстый нож, как селфи-палка. И вот это вот все приходилось вот так снимать. Немало сил также было потрачено и на поиски костюмов. Костюм – это моя пижама. Это пижама, это ослик из Винни-Пуха. И, ну, как бы вообще формат детских песен, он предполагает какой-то другой антураж. То есть это не фрак, галстук, я не знаю, вечернее платье. Ну, я так думаю. Поэтому у меня сзади, ну, на заднем фоне я наклеила рисунки своего сына с детского садика. И думала, в чем очень долго. А потом думаю, у меня же есть пижама. Фонограмму для выступления солистам также пришлось искать самостоятельно на просторах интернет-пространства. Словом, времени на подготовку было потрачено немало. Но зная, благодаря общению в социальных сетях, как сильно соскучились люди по театру, делали все это солисты с большой отдачей. Вот практика проекта к 9 мая показала, что, в принципе, народ действительно хочет видеть наши лица, хочет слышать наши голоса, поскольку проект пользовался огромной популярностью. Нас посмотрели по всей России, там даже были точки из-за рубежа. Наши зрители, мы не можем его терять, нам хочется с ним как-то связываться, нам нужна обратная связь. Остается только напомнить, что премьера этого проекта состоится 1 июня на страничке оперного театра в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук. И те, кто над ним работал, очень надеются, что он порадует и детей, и взрослых. Татьяна Артеменко, Денис Иванов, телекомпания ТВИ.